Найдите собаку. На вот этой картинке найдите собаку. У тебя есть кроватка своя, ты можешь на диване спать, ты можешь спать у нас на кровати, но ты выбрал грязное белье, да? Кто же это стучит? Леша. Ау! Вцепился, гад. Сейчас пакеты, да, я буду делать. Сейчас я буду разбирать одежду. Ты не показывал мои педали новые, крутые? Сейчас покажу. Ну, так, что-то смешное? Нет, просто бомбовые. Бомбовые подкрадулечки. Скороходики. На выпускной. На какой выпускной? Показываю? Я вчера выиграла эти кроссовки на суефа, камень, ножницы, бумага. Подружка заказала, они маленькие, и они понравились не одной подружке, а нескольким. Я предложила вариант. Давай на камень, ножницы, бумага. Я с третьей попытки выиграла. Вау, ты чё, Пинтерест? Мяу. Клёвые? Мне тоже понравились. Так вот, значит... Так, для разбор гардероба? Да. Если надо будет помочь, я тебе могу поснять. У меня еще пока есть свободное время, так что могу тебе помочь. Мне нужен черный мешок огроменный, потому что я сейчас все буду нахуй выкидывать. Так. Жилетка Recommons, полнейший кринж. Я это выкидываю. Всего лишь 160 тысяч. Я ее носила все время сейчас. Получается, я полный кринж носила. Я шучу, чат. Ну какая? Вы что, угораете, что ли? Я с вас угораю, блядь. Но тот самый главный лот это вот. Ее нельзя купить? Ее, к сожалению, нельзя купить. Американский стайл. Вот такой вот. Вот такой бамбер. Пахнет грязью, потому что я его не мыл, не стирал на протяжении года. Он на всех стримах был. Бомбер. Охуенный, я его оставляю себе, не выкидываю. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в Telegram-боте. Ну, сейчас, у меня просто огромное количество вещей, которые я вообще не ношу. Так что, если вам что-то надо, реально пишите бронь. С учетом того, что я это потом все равно выкину. Полгода назад мы делали разбор, и там вот таких вот пакетов, наверное, три было полных. Вот таких три полных пакета вещей и штанов. Нет, два полных пакета. Там нет, были вещи и ботинки. Два с вещами, один с обувью был, по-моему. Прикиньте, я все это отдал. Штанишки, кофточки, толстовки и просто огромный пакет вот такой вот черный с обувью. Значит так, вот такая вот футболка Макс темный. Абьюз, к сожалению, я его не ношу в последнее время, но... Футболочка для дома просто огонь. Да, если честно, не для дома, для улицы просто огонь. Футболка, но я что-то затаскал в свое время абьюз, очень много. Бронь кому-то надо? Ну хуй, я отдам. Я это оставлю себе. Это, я, по-моему, единственная футболка от Макса, которая у меня осталась. Макс, царствие ему небесное. Вот это хайп. Называется Трэвис Скотт, Кактус Джек. Полнейший хайп, просто бомба, выкидывается в помойку к чертовой матери. Вот такая футболка выкидывается к чертовой матери в помойку, если бы я был бы охуевшим чувачком. А так, она стоит целых 10 тысяч, остается. Вот это святое. Это святое. Это надо постирать и погладить. Вот это святое тоже. Я просто сейчас нормальные вещи, блядь, снизу достал. У меня там хуйня, которую я вообще не таскаю. Вот что с этим делать? Это святое. Я это ношу. Как это выкинуть?
Охуенная джерси. Но, бля, была бы она чутка, короче, она вот как будто длинненькая. Вот такая футболка. Знаешь, купила, кажется, не ношу. Мне кажется, ты сейчас опять все разберешь и скажешь, это рарка, это айтем, это архив, все ставишь. И ничего не будешь опять носить. Нет, так не будет. Не это, будет? Это футболка. Сатоши Накамото. Японский дизайнер. Кто из вас знает этого дизайнера? Do you know what is this designer? Я ее купил, принес домой. Она причем дорогая, она стоит, наверное, 1030. Вот я хуесос вонючий. Я ее купил, принес домой. И мерю, хотя я там тоже мерил. И понимаю, что она, блядь, очень длинная, а я ношу кропнутые вещи. Она просто вот, оверсайз. И меньше размера не было. Бронь? Он остался, причем, блядь, уже, наверное, мухом покрылся, нет? Сесть хочешь? Бронь. И я ее не ношу, к сожалению. Это супер крутая футболка. Я думаю, может ее просто отрезать снизу, вот так. Ну, как будто можно оставить, да? Либо кому-то из вас отдать. Дальше. Вот, это мне на день рождения. Это мне кто подарил на день рождения, кто помнит? Это Ванг мне подарил? Да, это мне Ванг, по-моему, подарил. Это даже не на день рождения, это на Новый год. Это подарок от моего друга Ванга. Это выкидываю в помойку нахуй. Шутка. Я это оставлю. Есть, короче, вот такая еще футболочка. Я ее купил на Авито. Я без понятия, что это за бренд. Waves. Что? Vavis. Это просто какая-то архивная старая футболка какого-то, походу, колледжа американского. Американского колледжа. Какого? Американского. Поэтому что? Не, футболка, короче, хорошая. Я ее оставлю. Футболка пиздец охуенная. Ну, вот принт вообще крутой, да? Чисто колледж. Вот эти вот флаги, у них там всякие гербы, там вся хуйня. Динамо подарили мерч. Вот такую кофточку. Джерси с рукавами. Красивая, приятная, но я ее не ношу. И вот что делать? Цветовая палитра просто не моя. Кому-нибудь надо? Размер эмочка вроде как. Дайте надену. Вы скажете, что думаете. Нормально составлять или отдавать. Хотя, в принципе, можно в ней футбол бегать. Есть такое ощущение? Саша, а почему мне все в конфетовые трусы кидают, капсы пишут бронь? Не знаю. Может, футбол в ней гонять? Потому что мы сейчас на открытых полях. Если играем в футбол, то на открытом поле, под свежим воздухом, по вечерам не так уж и жарко. И вот как будто для футбола просто вратарь. Не, ну нормально она как будто. Как будто есть прикол, даже можно какой-то аутфитик собрать. Я просто ничего не понимаю в одежде, в моде, нихуя не понимаю. И мне тяжело собирать аутфиты, потому что я ебаный колхозник. Футболка Glow Gang, мерч Chief Keefa. Я ее в первый раз, когда вот мы выкидывали кучу одежды, я ее оставил, потому что, ну, бля, пиздатая футболка. Как вы думаете, сколько я ее надел вот с тех пор раз? Прошло полгода. Я ее надел 0 раз. Базара нет. Посмотрим, если кому-то, может быть, нужны эти вещи, как посмотрим. Если будет не впадло, я не обещаю, может быть, модеры каким-то образом рандомизируют и с кем-нибудь свяжутся, как-то, может быть, выберем, кому это надо, может, прямо на стриме это еще сделаем и отправят. Просто я себя точно знаю, я точно не дойду до почты, чтобы отправить. Я себя знаю. Я лентяй ебанутый. Мне что-то приходит аздек, а он назад уезжает половину посылок, потому что я просто, блядь... Вот такая обтягивающая Глеб Костин, помните, я мне гонял? Но она не, выглядит вообще достаточно пиздато, да, я сейчас натяну на себя. Она такая, скини, поняли? Тело в нем выглядит, как будто я красивый чем, а не урод. Блять, как ее натянуть? Нет, я в ней выгляжу как доходяга. Или хорошо выглядит? О, моя любимая кофта. Я помню, я тебя вытянула в этой кофте и выглядела. Ну я просто, в чем суть, я сейчас, ну, прям сейчас в зал не хожу, потому что я болею, но я раскачиваюсь, и через месяца 3 я не смогу в нее влезть. Но базара нет, сейчас она выглядит очень круто. Сейчас хорошо выглядит. Достаточно солидно. Еще вот так вот. Прохладненьким летним вечерком. Вот такой вот аутфитик. Вот так вот. Сумочка под тегами нет, которую мне подарил Илюха Exile. Сумку нужна кому-нибудь? Бронируйте. Вот такой свитер.
Я в нем в Турцию приезжал, когда пересадку волос сделал. По-моему, после Турции я ни разу его не надел, поэтому отправляется он нахуй. Это какой-то масс-маркет, может быть, какая-то Zara, либо что-то такое. Дальше, то, что все спрашивали, где ты это купил? Jaded London. Эти ебланы, когда делали, блядь, вообще не продумали конструкцию. То, что вот эта молния, ткань слишком легкая и тонкая. А молния, блядь, тяжелая. Когда ты ее надеваешь, у тебя все время молния вот здесь заворачивается сбоку, блядь. И вот, если честно, я в этой хуйне больше не хожу. Но как будто вот именно вот эту кофточку, ебать, сколько людей бы хотело бы себе забрать. Нет такого ощущения. Она чуть шире, чем вот то, что сейчас на мне. Ну и по-другому выглядит моя. Ну я из прям сайта оригинального заказывал. А может реально пальцы, слышите? Похуй я ставлю. Ну ты сука, ну мне просто жалко выкидывать вещи. Которые в моменте, я почему-то все время думаю, что вот в моменте эта вещь мне так понадобится, и я буду жалеть и плакать, что я ее выкинул. Знаешь, там условно какие-нибудь джинсы куплю и пойму, вот это она идеально к этим джинсам, а ее у меня уже нет, потому что я ее отдал, блядь, либо выкинул. Бля, жарко, дайте я футболочку опять натяну. И вот эта вот водолазка, которую я сейчас, ее просто невозможно снять нормально. Вот такая штука есть. Rich Commons. Алексей Непремов. Бронь, нихуя себе, дохуя ее отдам вам. Летним вечерком выйти, вообще полный балдеж. Бля, мне почему-то кажется, что эта сумка вообще почти ко всему подходит, кроме спортивного стиля. Кого-то просто вот, ну вот ко всему. Спасибо, Ли Эксайл. Не, ее точно надо оставлять. У меня была любимая моя футболка, в которой я ходил то лето. С точно таким же принтом, Рамонс, только она была коричневая. Помните ее? Ну ты колхозник, Симикс. Ты видел, что ты ракаешь вообще, бля, рокаешь, братанчик? Не говори мне ничего. Самое главное в одежде, чтобы она была практичная, а не чтобы ты как чучело выглядел, фрик ебаный. Это я не к Симиксу, я в принципе обращаюсь. Надо быть чуть серьезнее, чем рэп. Майзон Маржела. Аня, я тебе сегодня говорил, что я купил одежды, и то, что я дохуя себе давно ничего не покупал, вот, блядь. Я же недавно купил. Оставляем. Дальше идет вот такая вот от какого-то российского, от Emo. Эмо бренд. Хорошие зипки, трусы у меня тоже есть, но трусы мне не нравятся. Зипка норм. Но у меня таких зипок, блядь, миллион. Самая обычная вот зипка. Но вот у этого же бренда Эмо, я хуй знаю, как правильно, есть еще белая. Вот такая вот, он мне две прислал. Но по рефам, то, что мне кидали фотки, она должна была быть другая, походу у них не получилось сделать. Тот цвет, который... Она должна была быть более грязная такая, прям Ох ты. Ну как я умудряюсь все запачкать, сука, маслом каким-то. Вот беленькая пиздатая. Белых зипок у меня нет. Во. Почему штаны свисают? Ну, ремень. Что-то я вот его все затягиваю, он оттягивается. Ебучий. У меня просто эти шорты очень большие, поэтому вот такое вот свисание происходит. А если я ремень вообще уберу, они у меня просто будут вот спадать. Селин, мне ее подарил Костя, но я ее не ношу уже год. Ну такие вот их просто ну нельзя отдавать, выкидывать, ебать, Селин. Ну нихуя себе, пускай висит до своего времени, потом надо будет что-нибудь через годик наденется обязательно. Вот могу вам предложить эксклюзивный вариантик, хотя некрасиво будет, да, наверное? Это твоя? Вот есть такая параша, Поносил пару месяцев, всю испачкал, даже не стирал. Она должна отправляться в помойку, ваше мнение. Баленсиага, блядь. Обычная одежда за $1 000 000. Нахуй она такая нужна? Отправляется в помойку. Мерч Ярика Дилблина. В помойку. Шутка. Ни разу не носил, но Ярик Дилблин мой брат. Поэтому вот на его день рождения в ней буду. Подожди, так у нее было день рождения, недавно я был не в ней. В следующем году, значит, приду к нему вот в этом. Legendary в каком-то смысле. Базар Азира нас с США разделяет не полюс, а глубина мысли, блядь. Чуть-чуть патриотизма вкинул. Мне ее не с чем носить, вот именно как будто по цвету. Вот я как будто, вот я давным-давно не ношу, но это самая красивая зипка сзади.
вообще, которую я видел. Просто вот этот принт, я его все ебал. Есть бренд Mastermind, японский бренд, супер дорогой. Вот у Илюхи куртка за 400, по-моему, тысяч, 300 или 400 тысяч она стоит. Он на зиму себе купил куртку Mastermind. Ну, можете себе позволить, Илюха ебать зажрался. В хорошем смысле. Не зажрался. Это подарок ему был. Я ему подарил куртку за 400 тысяч. Так вот, есть бренд Mastermind, японский. Он очень дорогой. Но, также, условно, есть коллаборация Cactus Jack. Вот, есть бренд Cactus Jack Трэвиса Скотта. Ахаха, какой еблан. Сорянчик, Илюшка. Привет, родной. Привет, мой сладкий. Есть бренд Cactus Jack. Вот он. И это коллаборация с Mastermind. И по идее, из-за того, что это Mastermind, эта худи должна стоить столько же, сколько стоит худи Mastermind. 150-200 тысяч она должна стоить. Но этот худак стоит 30 тысяч. Почему? Объясните, пожалуйста. Нищий, фу, ты чё, охуел? Это месячная зарплата, блядь, моя и половина населения. Так-то хороший худак, да? Ну, в случае чего могу Илюхе XL ему отдать. Илюха фанат бренда Mastermind. А еще знаете, что я сделал? Еще я Илюшке заказал набор коллекционных карточек One Piece. Аниме. Так, это охуенно. Зипка ее точно доставляет. Цена примерно 30 тысяч рублей. На поездне, наверное, даже дешевле. Хотя нет, ну, наверное, это с поездной цена. У какого-нибудь Ефремова, наверное, 1070 она стоит. Хотя я не думаю, что она продается еще. Следующий худак. Cactus Plant Flea Market. Охуенный худачок. Но я его не таскаю. Точнее, таскаю, но очень супер редко. Да, это в коллаборации с Макдональдс. А Макдональдс что сделал? Ушел. Поэтому что? В помойку. Нет. Нихуя. Я жду просто коллаборацию с вкусной точкой. Самая уебанская покупка за всю мою жизнь. Здравствуйте, вот. Потому что это самая неудобная хуйня, которую только можно было сделать. Ебал рот Баленсиаги. Нет, они ебанутые гении, они молодцы, то что они долбоебам вроде меня продают хуйню из резины за 150 тысяч рублей. Это браво, это брависсимо. Насколько это говно неудобное, сколько бы я в нем не ходил, у меня всегда ноги в крови были, блять. Не, ну согласитесь, имеется прикол в них. Согласен, это полная хуйня. Я сейчас написал, да, вы вообще ебланы нахуй редкостные. Вы ведетесь, блядь, на тренды, на бренды. Нет, со штанами вот этими широкими, которые у меня есть, Баленсиа, они очень хорошо смотрятся, потому что под такие широкие штаны нужно, блядь, реально широкие ботинки. Не, охуенно смотрится. Вообще вот, слушайте, я лук пиздатый нашел. Что-то с камуфляжными шортами как будто прям пиздатое смотрится. Еще с этим ремнем. Алекс. Такой еблан из Америки. Кай Энджел. Ну да, это уже не трендовая одежда, если честно. Потому что, вот блять, вот они сделали, выпустили стероид буты. После этого, спустя несколько месяцев, блять, ну ладно, спустя полгода, если может чуть побольше, они выпускают супер удобные Sky буты, которые такие же огромные, как эти, и фит у них почти точно такой же, но при этом они мягкие, теплые на зиму, блядь, и удобные, не натирают ногу. Вот оно все нахуй. Просроченный лук, я считаю. Согласитесь? Не фреш это нихуя, это вот фастфуд мода. Несколько месяцев похайпил и все, до свидос. Так что мне даже это будет стыдно вам отдавать, понимаете? Поэтому я это просто выкину на помойку. И все. Ну, а пока не выкинул, пускай они постоят у меня в гардеробе. Вот здесь. Какой размер? Это 43. А вот по поводу зипки. То, что я вам черную показывал. Вот есть такая же, только MM6. Maison Martin Margiela. Ебать, от нее потом несет. Вот мне нравится она больше, потому что она более крокнутая, поняли? Вот нравятся короткие вещи. И вот пошло, вот надел, и просто оно вот сидит, вот как оно должно быть. Чтоб ремень было видно, вот. Чтоб трусики чуть выпирали, вот жубку. Вот. Надел, и пошел. Как Энили Чапа. А, у меня аж спина заболела, как я так выгнулся вообще. Как я так прогнуться смог. Сейчас я водички попью. Блядь. А вот такая у меня есть, которую я не надеваю и никогда не надену. Тоже как тут Plant Free Market, коллаборация с Макдональдсом.
Я ее не ношу, она мне нахуй не нужна. Че? Да, выкинул блинтягу. Так что я ее отправляю в мешок, который непонятно куда отправится. Либо в мусорку, либо Стигзи. Что? Нет, блинтягу я заберу, естественно. Стигзи там сидит уже, блядь, радуется. Хуй тебе. И вот у меня есть рабочая роба. Одежда сантехников из Америки, одежда строителей из Америки, одежда рэперов из Америки, одежда бомжей из Америки. Кархард. Но я ее не ношу. Хотя, блядь, ну Кархард хорошая. Еще, блядь, втридорога ее купил на видосе у Эксайла. Ну, за его бабки, естественно. Бронь. Ну вот я ее тоже отдам. Бля, почему я не таскаю? На пизда-то выглядит. Ань, я люблю в одних и тех же вещах ходить постоянно. Камо-шорты где купил? Какие камо-шорты? Вот эти? В каком-то военном магазине. Военторг какой-то, с камуфляжем, со всем. Это мы на стриме, по-моему, покупали, когда куда-то ехали что-то делать. Я на стриме эти шорты купил. Вау, это хайп, братуха! Блядь, джинсы, блядь. Примерка? Ну... Как одежда, блядь, меняет человек. Чё ты смеёшься? Зато в кармане чё? Да ну нахуй! Вот это находочка! Просто в кармане лежала. Бля, посмотрите, как Чарли пожрал моржелку. Просто сожрал. Блядь, пришли домой, вот такая хуйня. И у Анькина, блядь, сапожки, галоши Анькина тоже все разорвал нахуй. Ебать! Братан, ты реально шаришь в этом дерьме! Да чё смешного, блядь? А тапки Аликс, между прочим. Хуйня приехала, блядь. Заказал нормальные тапки, приехала вот это. На него, блядь. Трикс, отойди. Трикс, очень хуёво. Подожди, сейчас соберу Лёшу кореш из 22-го года. Ну, выскальзывает чуть копытца. Блять, что за тапки нахуй? Для кого это сделали? Вот это реально можете бронировать, он их не будет носить. Только у меня обуви не осталось никакой из того времени. А сирисы черные. Блять! В натуре это говно осталось? Где они? Там еще, ну вот где обувь. Есть! Ты же мне сказал, ни в коем случае не выкидывай! Не выкидывай, это вообще история, это архив. Жизнь хуйня, у меня депрессия, и жизнь хуйня. Анекдоты в лифтах, это так круто, блядь. Ну жизнь хуйня, блядь. А кепку пишут. А кепка тоже я не выкинула. Какая? Бедолага? Красная или бедолага? Нет, есть, не, есть кепка, которая... А, была Бебра, но ты сказал, что ее выкинул, по-моему. Мы все кепки выкинули. Есть вот такая кепка, эта Бородевича из Челябинска, но, думаю, из вас мало кто ее помнит. Одна, что ли, осталась всего? Ты сейчас задерти мог. Пикап мастер. В принципе, особо ничего, ну, и не поменялось. Главное, чтобы человек был хороший. А как он одет, вообще поебать. Но если он одет как лох, то это вообще, блядь, позор, сука. Эти штаны можно носить только с, блядь, стероид-бутами. А стероид-буты я не ношу. Поэтому я и не ношу эти штаны. Охуенно, закупился блинсяги, чувачок. Идешь ты нахуй. Нихуянька, блядь. Швея. У меня мама швея. О, нихуя. Чат, ну эксперимент, чё? Минус 30? Да нет, вот конкретно эту я с поздно заказал, она дешевле была. Ребят, эти вещи лежат, я вам клянусь, чат, мёртвым грузом. Да, у них нет, блядь, никакой ценности, вот объективно, в моих руках. Потому что я бы их не собирался продавать никогда, деньги давным-давно я за них заплатил, всё. Котик, ты грустил, котичка моя, сладкая. Чё мой хороший? Ну давай, вставай, братанчик. А, ему жалко футболку, блядь. Он говорил, лучше мне отдал. Тебе лучше бы мне отдал, придурок. Я тебе могу вот такую клевую панамочку сделать, клюдяцкую. Посмотри, сейчас тебе тут... Чему ее носточка? Бабушка! Чему ее? Бабуля, это моя бабулечка! Мою бабочку! Бабочка! Да, бабуля. Бабуля. Бабуля в косыночке. В церковь пошла бабулечка. Да я тебя люблю, у тебя.
Все, ребят, вставайте с нашего эксперимента. Триксик, вставай, родной. Или... Ну, вставай, мальчик. Хочется, ну. Ой, Чарли! Он хочет снять и себе надеть. Ты чего, завидую? Так, сейчас я... Сейчас надену. Да не, он просто... Вообще другое дело. Плюс футболка, которую ношу, потому что я ношу кропнутые. Если хочешь, все так отрежу. Давай, давай.